Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 4. Сравни задачи и составь для них выражение. Задача А. В одном куске А метров ткани, а в другом в 4 раза больше. Сколько метров ткани во втором куске? А, умноженное на 4, столько метров ткани во втором куске. Задача Б. В одном куске А метров ткани, это в 4 раза больше, чем во втором. Сколько метров ткани во втором? А. Делим на 4. Столько метров ткани во втором куске. Задача В. В одном куске А метров ткани, а в другом на 4 больше. Значит, А прибавляем 4, чтобы узнать, сколько метров ткани во втором куске. Задание Г. В одном куске А метров ткани. Это на 4 метра больше, чем во втором. Значит, во втором на 4 метра меньше. А отнимаем 4 и получаем А минус 4 метра ткани во втором куске. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.